Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня на распаковке три посылки. Эти три посылки – это футболки. Почему решил заказать вещи? Да потому что ездить некогда, работа, а вроде... А купить здесь у нас, в принципе, ничего не купишь. Все то же самое и в Китае, эти растаможки. Вот решил полазить. Если вещи хорошие, главное попасть еще в размер. Если вещи хорошие, буду заказывать. Давайте начнем вот с этой посылки. Шла на 33 дня, оценена $2. Давайте посмотрим, что там за футболочка. И скидка 10% на очки за $10. Так, ладно. Вот такая вот красная футболочка. Футболочка с драконом. Размер заказывал 2XL. Потому что не знаю, как у меня попадет, не попадет размер. Ну, на первый взгляд я вам сразу хочу сказать, что она мне будет чуть великовато. Материал. Материал синтетика, но синтетика такая, не знаю, видно вам, нет, пористая, то есть в принципе должна дышать. Да, это задняя часть, это вот передняя часть футболочки. Сделаю фотографию, обязательно покажу. Синтетика. Летом, я думаю, будет не жарко, но посмотрим. Давайте дальше. Вторая посылочка шла 28 дней, трек номер не отслеживался, оценена в $4, футболка тоже вот такая вот, бумажечка с просьбой оценить 5 звезд. Вот такая вот футболка. Чтобы было лучше, я, наверное, сделаю фотографии. С фотографиями уже выложу. Тоже взял размер 2XL. Материал не знаю. Синтетика тоже. Синтетика. Что-то похоже на стрейч. Ткань тянется. Так что тут 2XL влезет, наверное, 5XL. Такая вот уже пятнышком футболочка. Посмотрим, отстирается, не отстирается. Ну, на вид симпатичная, увидите фотографии, сможете оценить. Значит, то есть там свои $5, я думаю, она стоит, потому что здесь у нас более в области ничего подходящего не найдешь, а ехать в Москву за футболкой просто нет времени. Третья посылка, трек номер отслеживался. Оценена она в $10. Да, вот эта вот футболка должна быть хлопок, как было написано. Было написано, что хлопок, но не знаю. Сейчас посмотрим. Такая белая футболка, но никакой это не хлопок. Это все синтетика. Синтетика. Ну, радует, что принт хороший. Так что футболочки, я думаю, такие вот прикольные. Покажу фотографии, выложу. В общем, хлопком пока что и не пахнет. Все это синтетика. Взял размер 2XL, посмотрю, хочу заказать еще кроссовки. Посмотрю, как это все будет выглядеть. В принципе, еще раз повторюсь, что это синтетика, качество рисунка хорошее, посмотрим, как она выцветает, не выцветает, может, она после второй же стирки рисунок весь слезет. Покажу вам фотографии, прикольный рисунок, ссылки скину в описании, заходите в описание, смотрите, подписывайтесь на канал. Все, всем пока, до новых встреч, в следующем видео расскажу, как они себя ведут, жарко, не жарко у них. Всем спасибо.